Это очень вкусные бутеры. Хочу посоветовать вам очень вкусные бутеры, которые я полюбила в последнее время. У меня бывают такие наплывы, я что-то одно полюблю, и потом как-то у меня это все проходит, и начинается любовь к чему-то другому. Вот они, красавцы! Для приготовления этих вкуснейших просто бутербродов нужно нарезать хлеб. Я люблю чем тоньше, тем лучше. Хлеб мы смазываем главным ингредиентом, вкусовым ингредиентом в этих бутербродах. Это хрен. Мне очень понравилось это сочетание. После того, как мы смазываем хреном сам хлеб, мы накладываем какую-нибудь ветчину, можно вашу любимую колбаску, которую вы любите, можно мясо, неважно, что это будет, главное, чтобы было что-то мясное. И сверху можно дополнить сыром. У меня на этот раз не на все бутерброды хватило, но это их не испортит. Они будут все равно очень вкусные, и это офигенный перекус с каким-нибудь кофе. Сидеть на балконе, попивать кофеек. И, конечно же, с вкусным бутербродом. Очень советую.